Я не перестаю просто, не перестаю восхищаться местной администрацией. Вы посмотрите, да, вот машины, вот это вот, внимание, стоянка строго для служебного транспорта. Наверняка кто-то из администрации здесь припарковался. А знак-то посмотрите, стоит, смотрит на администрацию. Что тут написано? Площадка пожарной специальной техники. Знак смотрит на саму администрацию. То есть дороги знака не видно, не видно. Вот тут такая куча снега. Наверное, его не вывозят. А местные жители говорят, что снег вообще из поселения не вывозится. Хотя огромные деньги из бюджета города Москвы выделяются из самого поселения. Вот такая вот новогодняя куча. Не знаю, почему местные чиновники не катаются с нее как с горки. И вот такой вот знак. Вот такой вот знак напротив администрации. Машина припаркована на въезде. На въезде в администрацию. Центральный вход, парадный. Никакая пожарная служба сюда не доберется, естественно. Вот машина стоит красивая какая. Вот ее, что тут, номер. И я вызвал уже ГАИ. Ждем приезда ГАИ, когда они приедут сюда, к дому номер 41, местная администрация поселения Мосрентген. Что происходит со знаком, что происходит со снегом. Ребят, это город Москва, это центральное ходовое поселение в Тинау.